Доброго времени суток, дамы и господа, с вами сегодня снова наша непостоянная рубрика «Рефаб». Для тех, кто впервые на канале, объясню принцип рубрики. Мы играем в эротические игры около 2 часов и делимся своими впечатлениями в прямом включении. Сегодня на фуршете у нас аж целых 8 игр. Да, и я такую штуку определил, что некоторые игры, они недостаточно длинные, поэтому, блять, для некоторых игрушек стоит делать лимит минут 30, то есть в моем списке такие сегодня есть. Потому что они, в принципе, проходятся часа за 2, и вот так вот, в принципе, да. И так получилось, что получается, когда я искал игры для тебя, я лазал по одному, скажем так, по тегу. И у тебя они мало того, что, как всегда, на английском либо на японском, они у тебя по большей части экшен, то есть, если я правильно помню, в основном шутеры. А для себя я скачал 2 RPG-шки и что-то там еще. Ну, в итоге так получилось, что они были на RPG-мейкере, причем на старом движке. И, блять, я отказываюсь просто их впихивать в видос. И поэтому у меня были там свои проблемы с Windows и прочее, пришлось переустанавливать все дела. И в итоге я посетил старый сайт, с которого чуть ли не начинал свой путь вообще хентай игр. На всякий пожарный не буду говорить, как он называется, потому что он заблокирован на территории. Но там получается русский сайт, и большая часть игр, то есть она уже идет на русском, их переводят. И еще прикол этого сайта в том, что также большую часть игр, если не все, либо те, кто заливает, либо кто-то еще, точно я не знаю, они импортируют их на мобилки. То есть если кто-то хочет поиграть на смартфоне, если у меня есть место на файлообменниках, я скину APK-файлы вместе с теми, что идут на комп. А вообще, в целом, я хочу потом в ВК сделать свою группу, чтобы там скидывать все необходимые файлы, делать постики и всякую такую хуйню по необходимости. И хочу что-то придумать с теми играми, которые просто невозможно записать, потому что там нету, скажем так, цензурных моментов. Возможно, они будут выходить либо там, либо на Ютубе в качестве шортов, просто с названием и описанием, не знаю, что-нибудь я придумаю с этим. Ну а так, получается, у нас мало того, что до такой степени разные игры, то есть у меня еще это будут платформеры и всякие, блядь, мелкие игрушки, то есть мне кажется, даже рассказывать особо будет о них. Особо много информации не смогу рассказать, но попытаюсь обмусолить, как это получится, в принципе, сделать. Так что, в принципе, начинай. А я пока найду футажи по этой хуйне, потому что мне пришлось все заспидранить, я не помню, где это находится. Да, но мы с твоими идеями скоро, видимо, на IPO будем выходить. Будем торговаться как торговая марка. В общем, начнем с самой первой игры. Это самая первая игра, что я поиграл в этом списке. Называется она Cyber Girl Zombie Hentai. Она вышла 15 ноября 2022 года, то есть еще даже месяца, по сути, не прошло. И начнем с того, что есть в этой игре хорошего. Его нет. Что же в этой игре такого плохого? Нет, я серьезно, в хибер-девочке нету ничего хорошего. Геймплей супер плохой. В начале игры нам дают пистолет, небольшой урон, немного патронов в обойме, но общее количество патронов, оно бесконечное. Всего есть 6 единиц оружия. Пистолет, дробовик, револьвер, ПП и автоматическая винтовка и катана. Отличия в оружии действительно есть. Оно ощущается, да, по-разному.
Но, к сожалению, обратная сторона такая, что у этого оружия нету никакого баланса. При первой возможности я купил дробовик. И все. Это самое имбовое оружие в данной игре. Ему пофигу на дистанцию. Шот всех мобов с одной дроби. Иногда даже на дистанции снайперской винтовки бьет. И все равно шотит. Так же, как и вблизи. Здесь есть боссы. А точнее всего один босс, который попадался мне два раза, и в первый раз я его убил с двух выстрелов из дробовика. Челленджа ноль. Локации, на которых ведется бой, всего три. Еще очень мало. Но ладно бы они были прорисованы неплохо, так есть гребаный фильтр размытия, который по автомату включен, его не отключить, он константа. Мешает глазам что-либо видеть адекватно. Забавный момент. Я решил текстуры рассмотреть и глазом заметил карту метро на остановке. Я вгляделся, а там московского метрополитена карта. И рядом, буквально по соседству, метрополитен Санкт-Петербурга. У меня вопрос. Зачем в одном городе карта двух разных метро, городов, где одни вывески на иероглифах, другие на английском? Причем название написано на метро на русском и на английском. А так игра в целом выглядит как Вьетнам времен киберпанка. Количество убийств. 50, 100, 150, 200, 250. Или после смерти можно нажать кнопку Cancel, Cancel. Но сделанное ID очень криво. Звук взят явно из какого-то порно в душе. Иначе я не могу понять, откуда взялось гребаное эхо на улице. Сцены кривущие, анимация кривая, губы не открываются, движения роботизированные. В своем заключении я могу сказать, что эта игра не стоит своих денег в Стиме. Она продается в Стиме. Она выглядит скорее как октябрьский преальфа-билд к игре от Electronic Arts. Это сильное заявление. Да, оно настолько плохо. Я когда играл, мое первое ощущение было, ну, игра неплохая, да. Но когда ты ее больше прощупываешь, буквально спустя 10 минут, она приносит удовольствие первые 5 минут. Это первый раз, когда ты с пистолетом бегаешь. На второй миссии, когда появляется уже больше монстров, у тебя только пистолет, ты еще не мог нафармить, у тебя определенное количество денег идет за определенное количество убийств. Покупаешь дробовик, все. Ты батя этой карты, батя этой игры. Я открыл все, я прошел всю игру за минут 40. Оно того не стоит. Она в Стиме стоит, в моем регионе она стоит 60 турецких лир. Это 180 рублей на мои, но поскольку в российском регионе она будет стоить, наверное, рублей 300-400. Она того вообще не стоит. Это скорее игра за 40 рублей просто собранная. Собственно, это все, что я не могу сказать, поэтому передаю слово тебе. А вот что еще забыл сказать. Если в прошлом выпуске мы использовали игры, в которые я уже играл, причем немало, то есть, так сказать, исчетерил, то в этот раз я скачивал игрушки, которые тебе скинул, но играл буквально в том числе вот в эту игру, я с пистолетиком побегал, понял, что это ебаный пиздец, и стоит тебе это отправить, да. Там, скорее всего, на первых пяти минутах вообще не особо ничего не понятно, потому что на первых пяти минутах есть баланс, хоть какой-то. Дальше его нету. Сценки... Эта игра из себя ничего не представляет, ее надо очень много еще допиливать автору. Так, и получается очередь моей игры. Первая игра в моем списке, она не очень продолжительная, тоже проходится за полчасика, если так чисто неспешно проходить. Ну и, конечно же, еще плюс-минус там 20 минут, если ты решаешь пошалить. Я... прочитаю просто описание сайта про эту игру. Искательница приключений Фрея отправляется в обучающее подземелье для сдачи экзамена на смену профессии и попадает в серию ловушек, которые почему-то были расставлены в этом подземелье. Короткая игра на 15 минут. Ну, на 15 минут, если прям спидранить. Ну, в общем, игра начинается с того, что какая-то чувиха, мастер по ловушкам,
То есть в их мире надо, получается, в гильдии приключенцев вообще регистрировать свой класс. То есть ты его придумываешь и называешь сам. И вот она пришла, чтобы сменить, потому что она не может найти работу, если вкратце, и встречает там деваху, которая пришла сменить класс тоже. Но поскольку у этой девахи особенный класс, прям до такой степени, ее сначала отправляют на экзамен, то есть в соседнее подземелье, которое уже давно было заброшено. Но, кажется, вот эта вот девушка по имени Сумомо, мастер ловушек, она, ну, в общем, ей Фрея понравилась. И она решила пойти в подземелье и расставить там свои ловушки, в целом все починить. Но если там раньше были адекватные ловушки, скорее всего, то теперь там ловушки, скажем так, по вкусовым предпочтениям девушки Сумомо, с оконченное имя. И, в принципе, игра из этого и состоит, что ты, играя за Фрею, ходишь по подземелью, ты никак не обойдешь эти ловушки, ты в любом случае в них воткнешься, и ты просто смотришь, как и что происходит с Фреей, проходя подземелье. А происходит с ней много чего. И так, пока не доходишь до конца, не получаешь печать для сдачи экзамена, и, в принципе, и все на этом. Да, кстати, что я вспомнил, ты не сказал, но я полагаю, ты рефаб. Там у тебя та игра. Что именно? Я тебя вообще не понял. Ты вроде в своем спиче не сказал, что это рефаб. Что-то резко, блядь, доехал. Ну, это скорее вообще не стоит даже покупать. Да, вообще смотреть выставку. Там смотреть не на что даже. Да, вот. Я вам сэкономил время, поиграв в это. Я вам это не рекомендую. Идите играйте в Лону РПГ или в Каноху. Лону РПГ, это жестоко. Лучше в Лону РПГ, чем в эту херню. Да, вот, серьезно. Я стрельнула. А по поводу этой игры могу сказать, я не знаю, продается ли она в Стиме, потому что я скачиваю игры с сайтов, а не покупаю их в Стиме. Но, блядь, я бы сказал, что что-то среднее. То есть, в принципе, если хочешь пострадать хуйней или вообще скачать на телефон, пока едешь там в автобусе или еще что-то, главное где-нибудь сзади сидеть, чтобы никто не видел, чем ты занимаешься, блядь, то, в принципе, вполне себе фаб, даже учитывая, насколько она короткая. Но огромный плюс, что она на русском. Рисовка вполне себе кошерная. Я этого разработчика уже относительно знаю, потому что играл в пару игрушек от него. Но вот это самая короткая из них. Предыдущая, в которую я играл, Лив и под землей с ушками, не помню, как называлась, она была намного длиннее. Ну, в принципе, я рассказал и говорю, в принципе, вполне себе фаб. Поэтому твоя очередь. Недавно решил в КБ взять ликер. Взял, короче, лимонный. Он называется. Сейчас бутылка возле меня стоит. Я вот не знаю, вставлять обсуждение ликера видос или нет. Сан Ламанго. Он, короче... Сан Ламанго, не такого не знаю. Апероль, у него, короче, 25% оборота, из-за чего спиртяжка очень чувствуется, но если его смешать с чем-то, то вообще заебись. И ванильный, и шоколадный пил, не помню, как называется, но он, блядь, на сперму похож. Вот это охуенная тема. В принципе, решил, короче, рассказать, сука. Обожаю ликер. То что, продолжи. Далее у меня по списку игра под названием Divine Iron Awakening Netherrealms. Господи, название. Вышла она 3 ноября 2022 года. Еще одна недавно выпущенная игра. Описание на сайте гласит так. Играйте за пилота Netherrealms. Виза. Выполняйте различные миссии. Позволишь ли ты, Хикари, заниматься половым актом с другими людьми и записывать видео, даже если это означает спасение мира? Выбор за вами. Описание многообещающее. И я поиграл в эту игру минут 40 тоже. Она
очень-очень странная. Достаточно специфичная игра, которую я не мог понять, пока я в нее играл. Сюжет происходит в 21 веке. Битва Нетаразиас против темных демонов. Боевка в ней тоже очень странная. Хотя она и предлагает обычную пошаговую стратегию, однако ты не видишь, сколько у твоего противника здоровья, и не можешь рассчитать, кого ударить, а когда похилять. А еще я не понял, но когда я вышел в подвал, аналог местного подземелья лабиринта, и попал на босса, который меня убил за 2-3 шота. А ему даже здоровье особо не поцарапал, ибо периодически полоска хп все-таки показывается. Но редко. Боевка 0. Эротический акцент тоже зайдет не всем. Жанр куколд. Как бы подразумевает, что вы будете смотреть на все это со стороны главного героя, который отдает свою, как я понял, подругу детства Хикари-мужику Ромео, по-моему, который с ней занимается непотребствами и снимает все на видео. Далее данные видео можно использовать для усиления в бою, где надо будет выбрать скилл Ромео Рекордер. И это будет просто гребаное слайд-шоу, и неинтересное, и сухое. Все, в этом заключается вся игра. Ты просто бегаешь, бьешь людей. Я не нашел никакого внятного здесь сюжета. Он какой-то непонятный, какой-то непроработанный, что ли. Жанр меня очень сильно оттолкнул, когда я уже где-то полчаса в нее играл. Я такой, ё-моё, ну нет, ну что ты мне подсунул, Вова? В итоге, это будет очень короткий обзор на эту игру, потому что я вообще не хочу даже ее затрагивать. Мой вердикт, не рекомендую. Рефаб, все, нафиг, все в корзину. Не прикасаться, только если вы не являетесь куколдом и любителем специфической рисовки. Очень-очень специфическая рисовка. Слайд-шоу. Мне больше нечего об этой игре сказать. Твоя очередь. Если есть какие-то вопросы ко мне... Ну, учитывая, по что этой игры. Ты мне скинешь футажи, и я буду все это смотреть. Мне кажется, вопросов нет, там все увижу, блядь. Но описание, конечно, прекрасное. Так, дальше идет внезапно. Я просто прочитаю описание. Делай все, что захочешь. Покорите эту властную юную леди с помощью приложения для промывания мозгов, чтобы наполнить ее достаточно интенсивным удовольствием, чтобы сделать ее тело и душу вашими. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы захотеть использовать приложение для гипноза, которое часто фигурирует в коллекциях манги или компьютерной графики? Эта игра представляет собой симуляцию, которая позволяет вам делать всевозможные сексуальные вещи, используя приложение для гипноза. Вместо того, чтобы следовать заранее определенной сцене, возьмите бразды правления в качестве главного героя и тренируйте девушку так, как вам нравится. И, короче, эта игра, она не совсем 2D, то есть не полностью, там можно камеру, в принципе, крутить, то есть такая... 2,5, получается, D, там девушка. И вот прикол в том, что чувак, получается, была женская школа, но потом туда стали пускать парней, но девушки учатся там из богатых семей, короче, охуевшие ЧСВшные твари. И вот он встречает одну такую, она ломает его телефон, вся хуйня-муйня, но ему... приходит смс-ка, типа, вы были выбраны как бета-тестер приложения для гипноза. Он думает, что это вирусы, блядь, мошенники, вся хуйня. Что вот обычно мы, блядь, видим на всяких сайтах, особенно от майлов. Но в итоге он скачивает его, и оно работает. И там есть уровень покорности вообще в целом. Всякая стата ее чувствительности и прочее. И вот так каждый день ее приходуешь разными способами. И таким образом тренируешь. То есть там есть разные инструменты. На ПКМ ты их выбираешь. Хочешь раздеваешь, хочешь одеваешь. Короче, и всякие страшные вещи с ней делаешь. Ну, страшные и не очень.
И у этого приложения потом открываются еще всякие опции. То есть есть просто транс, она входит в такой типа сонный режим покорности, есть просто паралич, где она полностью в норме, все осознает, но не может двигаться. И какие-то еще, я не помню, потому что я до них не дошел, понял, что игра короткая и особо-то и не заходил далеко. В целом наиграл 27 минут, вот идет футаж. И вполне себе могу сказать, что игра фаб. Да. Мало того, что она полностью на русском, есть версия для смартфонов, опять же, сейчас, чтобы не наебать, чекну. А бля, хуй его знает, есть ли. Что-то я не вижу. Скорее всего, есть. Рисовка хорошая, в принципе, потому что они старались сделать 2.5D, и поэтому тот же ее ебальник, типа, мне не очень зашел, но, в принципе, рисовка хорошая. Как такой симулятор для отдохнуть, в принципе, самое то. И повторюсь, она, блядь, на русском, сука, как же редко встречаются такие игры еще на русском. Ну и там есть разные комнаты, то есть сначала ты начинаешь в коридоре, потом есть медкабинет, класс, и класс массовый гипноз. То есть это я буквально прочитал в менюшке, дальше коридора я не ушел. А, вот, кстати, я могу сказать, что там есть. Есть транс, паралич, подмена, чтобы это не было, шлюха, массовый гипноз, позирование, мастурбация и принудительный оргазм. В общем, опции есть дохуя. Если вот такой вот жанр нравится, то вполне себе советую скачать. Могу сказать по объективным причинам, что фаб, но зайдет не каждому. В принципе, у меня все. Давай дальше ты. Следующая моя игра называется Sex Hell. Она вышла 19 ноября 2022 года. Тоже актуалка. И для начала я хотел бы написать о том, точнее рассказать, как ее описывает разработчик на странице в Steam. Да, это снова Steam игра, и она стоит аж 75 турецких лир. То есть это практически... Она стоит дороже Ведьмака. Как описывает ее разработчик? Эта игра содержит контент, не подходящий для всех возрастов или для просмотра на работе. Сексуальный контент нагота. В игре графически изображен секс. Все персонажи в игре старше 18 лет. А теперь я прочитаю отзывы о игре с сайта. Надеюсь, ты их заскринил. Мне интересно. Я их заскринил. А тебе потом отправлю, ты их вставишь. Человек, сын Пирокара с аватаркой Билли Хэрингтона, пишет: «Значит, ждем исправлений от чудо-разработчика, который свое творение еще и в Steam выложил». Другой пользователь: «В игре три миссии все неиграбельные, пробовал несколько раз все перепройти, забагованы намертво, сырой и ужасный игровой процесс весь в багах, рейтинг 1/5, игру нельзя пройти». И третий комментарий: «Первое впечатление – супер забагованная игра. В две первые миссии поиграл, ни одну невозможно пройти. В первый босс куда-то пропадает, когда у него 5 хп остается. Во второй, когда нужно убить 20 мобов, они тупо не респавнятся». И я с ними, со всеми категорически согласен. Эта игра недопиленная. Но обо всем по порядку. Игра очень подавала, действительно, вот как написал первый комментарий, очень сильно подавала надежду. Сюжета нет, но он тут и не нужен. Эта игра помесь Дума и Квейка. Геймплей быстрый, энергичный. Мог бы быть. Вначале мы спавнимся с пистолетом. И сразу мобы, которых надо убивать. Просто идя на следующий вейпоинт, и так вся игра. И сразу в глаза бросается графика, которая выглядит, может, и неплохо. Но очень бросается в глаза скудность мира и его точечность. Где-то есть много деталей, а где-то пару деталей и пустота, а где-то вообще нет деталей. Мало полигональное оружие выбивается из атмосферы, хотя и не так сильно бьет по глазам. Но эта игра очень супер багованная, ее невозможно пройти. Здесь нельзя открыть все сценки, потому что у тебя один босс, ты его побеждаешь, он испаряется, все, ты стоишь на арене, а второй просто у тебя не спавнятся дополнительные мобы. Тебе надо убить 20? Пожалуйста, убивай, только их нет.
У тебя проходит определенное количество мобов, все, ты их убил, дальше ничего не происходит. Третья карта. Там тоже надо убивать, но ты проходишь по условному туннелю, ты всех убил, а дальше все. Дальше ничего не происходит. Я даже не знаю, что больше об этой игре говорить. Она подает надежды хорошей игры, но она с этим не справляется. Она тупо упирается в то, что она недопиленная, она просто не сделана грамотно. Пускай автор ее доделает, чтобы она работала, и тогда можно по ней выдавать вердикт какой-то. Сейчас я могу сказать, что это игра на 5 минут. Просто побегать, поубивать. Физика оружия долбанутая. И хитбоксы монстров очень специфичны. Особо те, которые ползут, у них хитбоксы какие-то странные. Ты в них стреляешь, ты вроде в них попадаешь, а пуля летит в землю. Сквозь них проходит. Поэтому там надо выбирать, куда стрелять. Моя оценка — недоработанная фигня, у которой есть хороший потенциал. Я же правильно вспомнил эту игру? Это где первый босс Скорпион? Или типа того? Да, потому типа что бог. Я, когда ее скачал, дошел до босса, у меня патроны, блядь, на нем кончились, больше нихуя, блядь, не происходило. Чё-то какие-то рычаги, блядь, потыкал, охуел, сдох и вышел. Все, вот мое, блядь, приключение на 10 минут. Рычаги снимают, да, его броню. Когда я это осознал, у меня уже не было пули. Ну, в принципе, похуй, я понял, что игра работает, но не работает. Она работала бы, если бы ее доделали бы грамотно. Причем, да, действительно, то есть, если бы ее автор доделал, чтобы она работала, она подавала бы, ну, по крайней мере, нормальную игру, то есть в которую можно поиграть, получить удовольствие. Потому что в один момент, когда я начал крошить монстров на узком пространстве, я получал удовольствие от саундтрека и, в принципе, от игрового процесса. Именно геймплейно, не с эротической стороны. Потому что с эротической стороны там невозможно все открыть, там у тебя открываются просто три персонажа, которых там это можешь посмотреть. Все. Там куча в галерее всего, но ты не можешь это посмотреть, потому что ты не можешь игру что-то пройти. Не работает, на этом, собственно, все. Эта игра. Передаю слово сейчас тебе. Сейчас будет игра под названием Ritual Summon. Да, что-то мне из башки вылетело. Предыдущие игры даже не называл, но ладно, просто в видосе буду вставлять название. Такое, типа, у нас следующая игра, да, по названию, да и пошел оно нахуй. Вот. Ritual Summon. Сейчас прочитаю описание. На континенте Мидора существуют две конкурирующие между собой религии. Святая Белоснежная Церковь и культ плоти и похоти. Каждые 100 лет они призывают на свою сторону деву из другого мира посредством церемонии призыва. Но церемонию призыва удается совершить лишь один раз в 100 лет. Тот, кто добьется успеха с призывом, будет руководить континентом следующее столетие. Вот. Такое у нас описание. И эта игра, сразу скажу, понравится любителям, скажем так, больших форм. Эта игра представляет из себя, блядь, метроидванию, платформер, я не знаю, как это, блядь, обозвать. Ну, в общем, что-то из этого, потому что не помню критерии точно этих жанров. В принципе, надо играть на геймпаде, но... У меня его нет, и на клавомыши я, в принципе, спокойно поиграл. Геймплей представляет из себя, опять же, это, конечно, будет богохульством, но я скажу, Hollow Knight, но в профиле. Ну, нифига себе ты, конечно, сравнил. Ну, как бы, да, блядь. И вот просто бегаешь, получается, убиваешь противников, с них падают какие-то сферы, которые ты сдаешь в статуи, и так прокачиваешься. Блядь, то есть хентай-сценку можно получить уже в самом начале. С чили-пиздриком не буду говорить подробности, потому что мало ли вставят за это пизды из-за, в принципе, тематики игры. Тут тоже было очень сложно записать футажи, поскольку если героиня получает 1-2 удара, то у нее рвется верх одежды. И поскольку еще и слева сверху ее иконка, на которой вот, блядь, на иконку посмотрите, она просто шикарно выглядит. А
На этой иконке тоже рвется. Как это все цензурить? Я, блядь, в рот ебал, поэтому ставлю просто моменты, где я не получал дэмэджа. У героини есть по факту два оружия и одна магия. Больше я ничего не открыл, даже если оно есть, потому что поиграл с полчасика. То есть это большой меч. Я использовал его, потому что его еще и можно заобузить, просто делая один удар, подождать одну секунду и снова сделать этот удар, потому что он самый профитный получается по итогу, нежели делать серию. И одноручник, он работает, блять, короче, с одноручником проще получить пизды. Ну и магия получается на ПКМ, она просто выпускает, насколько я понял, еще и самонаводящиеся шарики, которые ебашат в противника. Ну, в принципе, вот так вот бегаешь по локациям. А встречаешь, получается, девушку тоже из своей фракции, и она постоянно попадает в не самые лучшие ситуации, скажем так. И на этом складывается геймплей, то есть ты, получается, ты проходишь по локациям, совершаешь свой крестовый поход и двигаешься к убийству всех этих челиков, победе своей фракции. Вообще, я думал, что эта игра будет больше, и тут можно будет встать либо на ту сторону, либо на вторую, потому что как минимум один раз я встретил статую другой фракции. Я подумал, что можно будет прокачиваться у нее, но нет, нихуя. По итогу эта игра представляет из себя игру на один часик, особенно если скачать на смартфон, то вообще будет идеально. Просто побегать, поубивать. Хентай себя представляет относительно полноценные анимации, коих не то чтобы много, но и немало. Но как это объяснить-то? Ну, в общем, персонажи сделаны из кусочков. Блять, как это еще объяснить? В общем, кто играл в подобные, блядь, игры или хотя бы их видел, тот поймет, о чем я. Это, блядь, старая школа, можно сказать, просто более отполированная. То есть прям видно, что... Ну, короче, прям видно, где крепление у различных частей модельки. И, блядь, и в анимациях это бросается в глаза и выглядит не очень. И на самом деле, если рассматривать игру как хентайную, то давайте я просто-то не буду ебать мозг и скажу, что все в совокупности, особенно если скачать на смартфон, то это вполне себе фаб. Потому что еще я напомню, что игра абсолютно полностью идет на русском. То есть она не вылетала, никаких каких-то багов у меня не было. Я спокойненько в нее вот сегодня утром перед всем этим поиграл. И мне вполне себе в кайф. Даже учитывая, что я абсолютно по-другому типажу девушек. У меня, в принципе, на этом, конкретно по этой игре, все. Давай ты. А вот четвертая моя игра подает самые лучшие надежды, и она мне очень понравилась. Я в нее отыграл аж полтора часа захлеб, и я еще был готов в нее поиграть, но, к сожалению, время не позволило. Вышла она, это, кстати, самая старая игра в моем списке сегодняшнем. Она вышла 18 декабря 2020 года. Геймплей это 3D-шутер с элементами эротики. Спавнимся где-то в руинах и сразу же начинаем обучение, как что двигаться. Вот это, кстати, самое интересное, оно сделано грамотно и, ну, хорошо. Это, кстати, и в названии есть. То есть, если я правильно помню, Лорена и древние руины. Или Лорена and the Lands of Ruins. Вот, да. Я, кстати, твою ошибку повторил, я не назвал название. Да, я вот об этом тоже... Заразил меня. Там, кстати, заметил, сомневаюсь, что ты об этом скажешь, но что там получается, это постапокалипсис. Да. Потому что там и танки, и самолеты, и прочая, да, такая хуйня. Там и... на записи можешь потом звук включить, и я там это удивляюсь танком. Я такой: тутель! Да-да-да. О! Тутель! Бля, реально тутель. О, это уже. Там, а потом, короче, смотрю, через какое-то время осознаю, что это реально тутель. Там главная цель игры в целом это вроде самолет собрать.
если я не ошибаюсь. Ну, я ее не прошел всю, и там, чтобы ее всю пройти, там надо долго играть. Это на самом деле очень продолжительная игра, и она очень интересная. Геймплей состоит из того, что ты просто бегаешь и стреляешь, и убиваешь людей, животных, фурия. Там есть фурия. Даже есть сценки с ними. Всего есть, если мне не отшибла память, 6 видов оружия. Они все жрут определенный тип патронов, точнее кристаллов. Я бегал в основном с тем, что ела красные кристаллы, это самое начальное. И с синим мне понравилось. Оно у него больше урона, но его надо заряжать. Вот. А архитектура, в принципе, хорошая. Очень красивая. Есть, правда, пару мест, где очень сильно бросается в глаза то, что эта игра сделана, скажем так, специфично, потому что в некоторых моментах все-таки есть очень много пустых мест, но их мало. И в основном это касается только за картой. В игре есть три, по-моему, окна с заданиями. Одно это основное, и второе это, грубо говоря, шутхаус. Это определенная локация, на которой ты просто бегаешь и убиваешь болванчиков там на количество. Вот. Нафармить денег. Ну, я бы не сказал бы, потому что в обычной миссии ты больше зафармишь. Там, в принципе, ранг S легко набрать. Проблема второго режима, то, что там очень большая карта, и ты просто... Ты больше бегаешь за противниками, чем стреляешь. Да, они спавнятся медленно. Да. Они спавнятся медленно, они разбросаны по карте, и тебе приходится носиться, из-за этого немного мне не понравилось. Первая вкладка очень хорошая. Ну, коридорный шутер. Эротический аспект, кстати, сделан очень добротно. Там есть настройка. То есть ты не смотришь определенную сцену, а ты можешь управлять там 6 сцен. Это как в этом, в Канохе, по-моему, было. Да. Не, в Канохе это управлять не мог. В Канохе. Ты... Вот эта система, когда у тебя от 1 до 6, и ты сцену выбираешь, какую тебе надо. А, ну так, да. Вот. То есть... Оно может выбирать во время этого, там, что тебе нужно. Одежда более рваная, какую одежду тебе надо, там, не знаю, какую тебе нужна скорость, какую тебе нужна степень физического насилия по отношению к главной героине. Там кровь добавляется, там добавляются ушибы. Я объясню лучше, просто настраивается степень ссадин. На теле так будет. Ну да, ссадин. Ну я просто более расширенно решил объяснить. Более страшно. Вот. Самое первое решил проверить, есть ли тут прямое включение в сцену. Да, оно есть. В отличие от предыдущих игр. То есть очень добро. Добро. Мне понравилось очень сильно. То есть факт. Да. Причем да. На очень долгие часы, там, ну, 3 страницы с сценками. Пожалуйста, играйте. Я разрешаю. Рекомендую. Вот прикол в том, что вот это единственная, получается, игра в этом списке, в которую я играл уже. И вот, ты заметил, что, но сначала скажу, вот что она, на японском это бесит, то есть... Да, я сидел с переводчиком, с камерой переводчиком, и как дебил это. Камеру опускал-поднимал, чтобы оно переводило. Да-да-да, и чтобы продвинуться дальше по сюжету, иногда, ты не понимаешь, что от тебя хотят, и надо поговорить с определенным персонажем. Я вот так просто охуевал, бегал. И ты знал, что там можно, получается, в одном из домиков у челика переодеваться? Да, я переодевался, там на футажах есть. Там придется тебе немного черный квадрат Малевича нарисовать. Да, или еще что-нибудь. Да, потому что там я какое-то время решил побегать. Скажем так, в чем мать родила. Заметил, что в сценках героиня каждый раз девственница.
Да. То есть... Меня это немного удивило. Но она... Точнее, вопли издает такие. Я там не замечал, что там... Нет, там... Кровь была. Там прикол в том, что по выражению лица даже понятно, что ей каждый раз больно. То есть по сюжету она, блядь, ни разу не проиграла. Это просто в сценках вот... Типа да. А-а-а, вот оно что. Я там поебал уже, видно, что пиздец. В общем, да. В свое время мне эта игра тоже очень сильно зашла. Я хотел много раз ее впихнуть в какой-то из видосов, но только вот сейчас выдался момент, скажем так. Да? Порекомендуем игру, это игра для всей семьи. Ну, если под семьей имеется в виду, блядь, муж и жена, то да. Нельзя отворачиваться да. от семьи. То, что я твое решение по поводу ФАП поддерживаю полностью. А, так, идем дальше. Получается, у меня следующая игра. А, футаже у меня с ней нет, они проебались, поэтому... Сейчас по памяти... А, по памяти. Прикол в том, кстати, еще, что называется она... Блять, рано... Чем... Называется она Runes или Runes Pharmacy. И забавный шаг, забавный факт, что по этой игре есть хентай. То есть именно вот анямка из двух серий. То есть по сценкам из этой анямки. Неплохо. То есть по этому же названию можно, в принципе, спокойно найти. Вышла не так давно. И вот. Если я правильно помню сюжет, кстати, игрушка тоже на русском, то наша молоденькая эльфийка, на нее, если я не ошибаюсь, то ли по классике жанра скинули долг, родаки, то ли чё, но она осталась одна. И она является что-то вроде алхимика, то есть то ли алхимиком, то ли именно фармацевтом. И это такая... РПГшка с элементами вот страдания хуйней в алхимии, если я правильно помню. Потому что вот честно, игрушка из башки почему-то вылетела. И ты вот так вот бегаешь по локациям, буквально по сюжету, и продвигаешься из локации в локацию за определенной целью, чтобы по итогу расплатиться с долгами, если не ошибаюсь. Да-да-да. И... выполняешь попутно по желанию задания всяких челиков. То есть один челик с тебя просит сделать зелье и проверить его эффект. Ты делаешь это зелье, она выпивает это зелье, потому что он просит, чтобы проверить эффект, и она превращается в волю. Ну и дальше у тебя есть выбор либо чувака оттолкнуть, послать его нахер, потому что он резко... Вы поняли, что он резко захотел... либо отдаться, и вот. И это тоже есть вонянки, скажем так. А по хентай-сценам у нас... Эта игра не очень новая, но рисовка там, скажем так, необычная. То есть она такая красивая, лично мне нравится. По геймплею очень приятно побегать, поиграть. То есть игрушка... добротные. А также скрашивает все то, что на русском, все понятно, сразу просто бегаешь, выполняешь, там читаешь все это адекватно, а не через переводчик, и не пытаясь сломать себе мозг переводом, если бы она была, блядь, на английском. Потому что в любом случае не так много людей, которые свободно могут адекватно прочитать. То, что мое мнение фаб. Еще как фаб. Даже учитывая, что я рассказал не очень про нее много. Потому что мне, в принципе, сложно рассказывать про RPG-шки. Скорее, просто поверхностную информацию и в подробностях немного, что в ней есть. Но на футажах будет видно, постараюсь снова их переснять адекватно, чтобы показать все. Ну, в принципе, у меня на этом все. Все, у нас, получается, список закончился из 8. Да, и даже чтобы добить до 9, я могу еще посоветовать, поскольку я в любом случае не буду это впихивать в наши списки.
Майтецу, или как-то так, сейчас я секунду посмотрю на жестком диске. Майтецу, то есть это новелла. По этой новелле была снята анямка про девочек-машинистов. То есть у меня на анимешном канале с минутниками был по ней видос. Возможно, даже вставлю фрагмент, чтобы было понимание, о чем речь. Наш план проще, чем передернуть на хентай. Что? Зеленка, мать твою, куда? Кудрявка, тебя посадят, ебланка, смотри. Участники флешбеков, вызывай напалм. У меня есть суперская идея, которая затмит даже коммунизм. Разогревающая смазка. Соединяем вазелин, вьетнамскую звездочку и готово. Все ради нашей с тобой любви. И вот по ней есть новелла, где чувак находит эту вот, получается, девочку в красном. И, блядь, как объяснить-то просто? Это реально новелла часов на 30, нахуй, если не больше, если все, блядь, читать. А если вкратце, охуенная новелла с хорошей рисовкой и добротным хентаем, где очень много валей. В принципе, кому нравится, блядь, вот можно поиграть. А если не нравится читать диалоги, то можно на... Это вот, кстати, одна из немногих новелл, где можно скипать просто... сразу же накадрил все диалоги и потом отдельно смотреть хентай-сценки в определенной вкладке, потому что в самом сюжете они не показываются, их уже отдельно смотреть надо. Вот могу посоветовать, потому что мне очень сильно зашло. И вот теперь на этом все. Ну что ж, все, у нас теперь подошло к концу 9 игр. Да. А что дальше? Что ж, если вам это понравилось, данное видео, или в какую-нибудь игру вы играли сами, то ставьте лайки, подписывайтесь, ожидайте нашу непостоянную рубрику в будущем. Возможно, я тебе тоже что-нибудь на русском скину. Я еще поисследую этот сайт, потому что я прошелся по двум трем вкладкам. Самое адекватное такое оттуда извел. Ну, я думаю, особо тянуть со следующим роликом не будем. Ну... по да. мере возможностей. Посмотрим вообще в целом на активность под этим роликом. И в случае чего, если это кому-то будет интересно, я сделаю, опять же, в ВК просто паблик, где буду скидывать некоторые вещи. И возможно, делиться артиками адекватными, которые нахожу время от времени. Ну и, в принципе, подумаю насчет вот этих... игрушек, которые невозможно зацензурить. То есть, либо буду делать о них посты, либо делать шорты на ютубе специфичные. Ну и, в принципе, на этом, думаю, можно закончить. Я скажу самую, наверное, опасную фразу для ютуберов. Чем больше будет лайков, тем быстрее мы сделаем новый видеоролик. Это самое классическое. Да тут, блядь, прикол типа простой, потому что чем больше оставится лайков и пишется комментариев под роликом, тем алгоритмы Ютуба больше видят, что ролик интересен зрителям, тем больше его бросают в рекомендации людям, которые не ознакомлены с контентом, то есть тем больше потенциальных просмотров и в целом активности, тем больше людей узнают про тебя и твои ролики. И поэтому без этого банально будет очень маленькая активность. Ну и все из этого вытекающее. Короче, чем будет больше лайков, просмотров и ваших комментариев, тем у нас более будет это активная мотивация записывать новые ролики. Да, в целом для каждого человека, который хотя бы раз пытался что-то делать на Ютубе, это ощущение будет вполне себе знакомо, что у тебя аудитория есть, то есть тебя смотрят, и ты можешь... У тебя есть кому показывать вообще все это дело. Ну, из этого все вытекающее. То есть это банально приятно, что есть люди, которые... для которых ты стараешься вообще и делаешь все это дело. Как-то так. Ну, собственно, на этом мы будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Так что да, что-нибудь пишите, что-нибудь и жмите. Всем до связи.
No wannabes, no apologies. It's just another day. It's just another body in the way. Another casualty. You should be proud of me. Don't take it personal. It's just another day. It's just another body.